We are heading somewhere. Happiness pistol? Направляйся к лаборатории, Игорь. Она в центре лагеря НАР. Попробуй проскользнуть незаметно. Не вступай в бой без необходимости. Конечно, мамочка. Не волнуйся, я поел и в шатке. А у тебя какие-то комплексы, да? Так, ладно. Сейчас не время отвлекаться. We're in a lab of some description. Why don't I just scan just in case enemies? Oh! You see me? You see me? Seems like there should be more guards here. There's another guard over there. Can I not steal stuff from you? Oh, right. What we can. Radiation. I don't have any psyche stuff. I must have psyche stuff. Yeah. Quick menu. Seems like a monster. Что ты здесь делаешь? С кем ты только что разговаривал? Ты Хименюк. Боже мой, только не убивай меня! Я задал тебе вопрос. Ты про моего босса? Я не знаю, кто он на самом деле. Тут почти никто не знает, клянусь. Не хочешь подумать еще? Я вижу, что ты напуган. И это правильно. Однако при этом ты нарочно испытываешь... I honestly don't think he knows anything. Нет! Вовсе нет, умоляю! Я же не могу рассказать того, чего не знаю. Но я могу рассказать что-нибудь еще. Только спроси. Только не убивай меня. Я тебе пригожусь, вот увидишь. Ваня, мое терпение на исходе. Где чертовы химикаты? Yeah. Ответь ему. Только спокойно. Расслабься. Да, да, и я... Извините, я отправлю их немедленно. Прошу прощения за задержку. Хватит извиняться. Шевелись. Мне нужен хлордиазепоксид сейчас же. Вы двое
Продолжайте без меня. Надеюсь, вы ничего не испортите. Лучше тебе забыть, что ты меня здесь видел. Конечно, конечно, я никому не скажу. Bad guys, okay. Oh, bad guys, alright. Alright, dude, me and you were cool, right? Me and you were cool. Me and you were absolutely cool. Where are we going? This is like a little sadness room of nothingness, okay. I'm hearing monster noises. Oh yeah, 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 I get where we're at. I know where we're at. Alright. I know where we're at. Okay. We were here last time. I gotta run. The days seem to be getting shorter and shorter. Sneak up on this dude. Oh no, he's an armored dude. He's an armored dude. Alright. He's an armored dude. I can't stealth kill him. He's dead though. We gotta make this quick. Walking, dude. Any time now. Oh. Hi, monsters. Right, they're in cages, they can't hurt us. Right, so we've got 60. It's like their experiment zone, by the way, with the monsters and things in here. We saw this last time we were here. Like только посмотри на состояние тканей. А это была печень. Как нетрудно в это поверить. Надо взять образцы. Гиперактивность мозга. Взгляни на графики. Но на стимулы не отвечает. Предыдущий объект реагировал совсем иначе. В чем причина отличия? Не пойму. Возраст, пол. Ваня, ну наконец-то. А ты еще кто такой? Что ты сделал с Ваней? He's fine. Не шевелись, если хочешь жить. Не убивай нас. Мы ученые, мы... Доктор Менгеле тоже был ученым. Что вы тут делаете? Вивисекцию без анестезии? Прививки от тифа? Что? Я должен знать. Нет, нет, ничего подобного. Мы же не чудовища. Looks мы like относимся it. К нашим пациентам настолько человечно. Насколько возможно, но пойми... Научный прогресс требует жертв, человеческих жертв. Прозвучало чересчур зловеще. Но да, все, что мы делаем ради общего блага. И что конкретно вы делаете? Накачиваете бедняк чернобылитом?
не могу об этом рассказывать. Договор о неразглашении очень жесткий. Штрафы. I have gun. Договор о неразглашении? Серьезно? Неужели корпоративные ценности важнее, чем твоя собственная шкура? Your NDA doesn't mean fuck all right now, mate. Мы начали с инъекции, но только с первой стадии. Ее мы давно прошли. Так-так. Дело в том, что статистика смертности была... Мы не получили желаемых результатов. От введения нанорастворов мы перешли к прямому редактированию человеческого генома, чтобы усилить его чернобылитом. Мы создали свой CRISPR для чернобылита. А ваши пациенты, объекты, или как там вы их называете, особенно местные, что с ними случилось? С которыми? Пациентов было много, некоторые не пережили первую стадию, другие мы не знаем. Не дай ему уйти от ответа, пусть говорит. Пожалуйста, давайте сохранять спокойствие. Мы все объясним. Изменение генома — это только первый шаг. Затем мы стимулируем состояние суперсознания у объектов. Гамма-волны. Это азы нейробиологии. Симпатическая нервная система начинает выбрасывать невероятное количество энергии прямо в мозг через таламический путь и мозговой ствол. Когда таламический путь открыт, энергия течет в шишковидную железу и, словом... Не люблю этот термин, но открывается... Opens up the third eye. That's really interesting. Ну, конечно. А потом что? Усиленная чернобылитом шишковидная железа способна на потрясающие вещи. Генерировать разные волны и даже влиять на физические объекты. Что-то вроде телекинеза. Вы мучаете людей, чтобы они гнули для вас ложки с силой мысли? Что за шарлатанство? Мы придерживаемся научного метода. Поверь мне, это контролируемые воспроизводимые эксперименты. Когда объект становится готовым к финальной стадии, мы помещаем его в искусственную кому. Знаю, как это звучит, но это для его же блага. Объясни мне, и быстро, что такое финальная стадия? Наш босс называет ее воссоединением. Это значит, что гамма-волны пациента взаимодействуют с мозговыми волнами чернобылита. В смысле... Откровенно говоря, мы толком не знаем, что они собой представляют. Чернобылит чем-то напоминает вирусы. Его нельзя называть неорганической материей, но это и не живой организм. Нечто среднее. И он производит что-то вроде мозговых волн, хотя в нем точно нет структурированных органических тканей. This is what I mean. Like, their idea about this game and the storytelling is absolutely nutty. Like... To put all this stuff together is... I just have mad respect for them. Like, for even going along these lines. В чем цель этого воссоединения? О, это самое интересное. Ты ведь знаешь, что чернобылит можно использовать для создания червоточин, так? Ты и сам это делал. Но эти червоточины особенные, не замечал? Это не исключительно физический феномен. Не понимаю тебя. А какой же еще? Мы знаем, как выглядят сингулярности и туннели. Мы знаем, что это такое в теории. Но бывал ли ты когда-нибудь до этого внутри сингулярности? Бред. Я тоже изучал чернобылит. Его экзотическая энергия обладает достаточной мощью, чтобы создавать псевдочерные дыры и проходы между ними. Мы тоже так считали. Поначалу. Но представь. А что, если существует организм или вирус, достаточно мощный, чтобы создавать собственные сингулярности? Ни одно органическое существо не способно инкапсулировать такую энергию и выжить. Живой организм разорвало бы на части. Но чернобылит — необычный живой организм, так ведь? Мы не знаем, что он такое. Просто представь на минуту, что червоточины, в которые ты заходишь, не создаются с помощью чернобылита. Они и есть чернобылит! Ты идешь по тоннелям и коридорам внутри его многомерного тела. И как это связано с воссоединением? Разве не очевидно? Мы пытаемся установить контакт с чернобылитом и как-то влиять на него ментальной энергией наших объектов. Но оказаться внутри сознания этого существа, чем бы оно ни было, по-настоящему травмирующий опыт. Вы свихнулись оба. Советую держаться подальше от шкафа с морфием. Я услышал достаточно. I mean, do you reckon this is what the Black Stalker dude is capable of doing? They've actually done it.
and he's capable of controlling black holes with his body? Because he doesn't seem to have a device like what we have. Not that I've seen in his hands. I mean, I normally run away from him most of the time. А это что за пациент? Точно не знаю, но он, то есть она, прошла тщательный отбор. Какой отбор? Она вызвалась добровольно или ее выследили в лесу и схватили? Говори. Я не знаком с протоколом. Наш босс знает наверняка, но мы слишком мало знаем о нем. И за что именно твой босс отвечает? За биотехническое подразделение, то есть за все, что связано с чернобылитом. Но в основном он занимается влиянием на физическое и психологическое состояние человека. CRISPR. Короткие. Палиндромные повторы, регулярно расположенные группами. Причем тут чернобылит? Это похоже на стандартное редактирование генома. Мы берем специальный протеин из особой бактерии, модифицируем его чернобылитом, а затем выбираем конкретные гены, которые хотим изменить. Погоди, я куда лучше разбираюсь в физике, чем в генетике. Но разве CRISPR не применяют обычно к эмбрионам? И нужно время, иногда годы, на то, чтобы изменения стали заметны. Босс разработал собственный метод. Применяется непосредственно к телу объекта. И скорость мутации увеличивается экспоненциально. Теперь на это уходят не годы, а недели. Иногда даже дни. Изумительно, правда? Right, we know our lady was pregnant. We don't know if it was our baby though. It said that it could have been ours or it could have been someone else, and she was pregnant at the time that she was taken. And they're talking about experiments on embryos, so could possibly be it. Ну хватит. Пока что, на мой взгляд, вынесли какую-то околесицу. Я хочу увидеть исследование своими глазами. Где вы храните все данные? Поищи в базе на этом компьютере. Отсюда ко всему есть доступ. И мне потребуется пароль, так? Пообещай нам, что не убьешь нас, и мы скажем. Расслабься. На вас мне плевать. Пароль. 2-3 решетка 9-8 S доллар. Послушай меня внимательно, Игорь. Это исследование, эти данные нельзя так оставлять. Из-за них гибли мои люди. Ты должен их удалить. Маму уже не вернуть, но я не позволю извлечь выгоду из ее смерти и других смертей. Ты должен скопировать это исследование, мышонок. Мы сможем заглянуть в голову крысиного короля. Оно опасно и негуманно, но... Да, там может быть ключ к его свершению. We're gonna download it, because it could have answers. And, yeah, why not? Download, put the password in. Press all the buttons. Похоже, отряд Омега был специально собран для защиты электростанции. Что за чертовщину там прячет Нар? The Omega unit. Okay. Barely scratch the surface, I can already conclude that the Chernobylite compound has the potential to revolutionize the world's economy, even dwarfing the power of nuclear energy. I recommend further study on Chernobylite's properties, focusing on three distinct areas of application. First, medicine, potential DNA manipulation, cancer treatment, cell regeneration, and even full tissue regeneration are all within the realm of possibility. Theory, Chernobylite could disable or even reverse the so-called biological clock and unlock human immortality. Jesus Christ. Okay. But more importantly, certainly unique qualities were discovered point to the existence of quasi hive mind engulfing the entire Chernobylite network. So they've definitely got, like, you know, abilities to communicate with each other. What is that big explosion? The advanced enhancement of motor and perception skills of military personnel, creating a so-called super soldier.
Strong possibility judging from the initial results of our experiments on several human subjects, creating a human hybrid capable of communicating with Chernobylite and the manipulation of space-time could be our top priority. The special power plant Omega unit will be of great help in considering coinciding the research of their boss. The Black Stalker has already deep experience with this topic. So, we could be dealing with a super soldier, I guess. If he's like deep experience with it, he might be one of them. Transportation, in theory, Chemnite is an infinite source of energy that can make both convenient fossil fuels and nuclear energy obsolete in the future. Crystallized forms portable enough to be used as a power source for personal transportation. In short, cars, bikes, and even drones. Okay. I would also recommend that the NAR legal department make immediate preparations for obtaining full parental rights. Oh god, he's here. Говорят правду. Они в самом деле добились потрясающих результатов. Зачем ты это сделал? Будь ты проклят. Правильно, Игорь. Мы превратим эти данные в оружие против крысиного короля. He's here. Alright, he's here. I've got to go. Let me out. Quickly. Run. We run.